Всем привет! Из-за отсутствия стабильного интернета в Африке давно не было таких рубрик, как «Самые интересные камни недели» и «Изделия недели». Но вот, собственно, стараюсь как могу, добрался до хоть какого-то интернета. Значит, правила просмотра напоминаю вам. Во-первых, весь дизайн, который вы сейчас тут увидите, авторы или соавторы всех этих изделий, сами заказчики. Некоторые изделия мы отрисовывали, изменяли, перерисовывали месяцами. И это предмет гордости их владельцев. Они сами это придумали. Поэтому у меня просьба в комментариях быть предельно корректными. Да? Понятно, почему, я думаю, объяснять не нужно. Второй момент. Почему я не называю цены? Потому что очень многие из этих изделий – это подарки. Муж жене, друг другу, жена мужу. И они всей семьей смотрят все эти выпуски мои, поэтому цену обозначать как-то не очень удобно. В частности, большинство заказчиков просят цену нигде не афишировать, чтобы жена, муж, друг, подруга не увидели, любовница, да, например, не увидели, сколько стоит подарок, который у них в данный момент одет на пальце. Поэтому, если вы захотите узнать цены, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp, я вам с удовольствием подскажу. И еще один момент. Мы постоянно расширяем производство, потому что заказов все больше и больше. И у нас не все сотрудники пока умеют снимать. Часть съемок здесь, да, выполнил сотрудник новый, поэтому кое-где качество съемок не самое лучшее. Ну, извините, как получается, мы учимся постоянно и стараемся быть лучше, лучше и лучше. Плюс мы все снимаем на улице, а в Москве на улице, к сожалению, очень холодно, поэтому руки, естественно, часто дрожат. С этим ничего не поделаешь. Итак, номер один. Это уже наша классика Synergems. Здесь все, как я люблю. В готическом стиле сделано кольцо. Из серебра или золота, это не важно, в принципе, совершенно, да, то есть мы из чего угодно можем сделать. Кольцо, по сути, классическое, но имеет небольшой налет готики. Мой любимый черный звездчатый сапфир с золотистыми узорами. Звезда, не всегда ее удается снять, потому что, ну, с освещением в Москве зимой, вы знаете, что есть серьезные проблемы. Мы стараемся снимать только под естественным освещением. Таких изделий вы заказываете очень много, только на прошлой неделе их вышло где-то около 10. Поэтому я показываю просто, например, вот такое тоже у нас было. Номер два. Желтый сапфир, негретый, хорошего качества. Там видны включения. Включения должны быть натуральным камнем обязательно, без включений. Натуральных камней не бывает. Ну и, собственно, мое мнение, что включения придают такой романтики, да, романтики и узнаваемости каждому камню, индивидуальности. Золото, желтый сапфир, классика, все стандартно и очень красиво. Здесь добавить, собственно, больше нечего. Номер три. Похожее изделие. Тоже желтый сапфир, тоже желтое золото. Но видите, у него чуть-чуть другой оттеночек. Предыдущий сапфир и вот данный сапфир, они оба негретые. Такие сапфиры у нас часто заказывают люди, которые занимаются эзотерикой или серьезно относятся к гороскопам. Это их право, не надо их за это критиковать. Считается, что камень, который оказывает влияние на судьбу человека, помогает ему, он обязательно должен быть негретым. Про заливку стеклом или краской, или что там еще с ними делают, много чего, мы вообще не говорим. Значит, гретый камень или нет, очень легко устанавливает любая лаборатория, и это обязательно всегда написано в сертификате. Поэтому сертификаты требуйте обязательно, в обязательном порядке, и у меня в том числе. Номер 4. Великолепная шпинель. Посмотрите, снимали зимой в Москве, где солнца в принципе не бывает вообще. Но вот видите, даже в таком освещении камень дает хороший цвет. Но так бывает не всегда. В разное время суток, в разную погоду наши камни натуральные. Совершенно бывают разного цвета и разных оттенков. И в плохую погоду, в совсем плохую погоду, в разное время суток камень, естественно, может просто погаснуть совершенно.
Тут у нас классика. Я считаю, что сам по себе камень настолько хорош, что его главное тут не испортить какими-то лишними деталями. Собственно, поэтому их практически и нету. Номер 5. Это у нас особенная линия изделий. Да? Я уже говорил много раз, есть отдельное видео об этом. Я уже много лет изучаю шаманизм в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде. И сотрудничаю уже почти 20 лет с шаманом, которого зовут Ачанкоп. Вот есть у нас линия таких амулетов, когда человек говорит, чего он хотел бы изменить в своей жизни, чего получить или от чего избавиться. Шаман подбирает камень, мы делаем изделие по его эскизу. И он его наговаривает, проводит с ним соответствующие обряды. Опять же, верить, не верить, дело личное каждого. Но скажу вам на своем опыте, что носить изделия, украшения со смыслом, да, со смыслом, намного интереснее, приятнее, чем просто что-то красивое. Просто что-то красивое, но тоже, конечно, интересно, но со смыслом вдвойне интересно. В данном случае амулет называется Нок Сантика. Это некая волшебная магическая птичка, здесь их две, да, она бывает одна, бывает две, это не так важно, которая придает человеку дар красноречия, и умение говорить так, чтобы твои слова проникали или его слова проникали в сердце людей, которые его слушают. Ну и здесь у нас добавлены еще некоторые мантры, и сам камень по себе, он наговорен или наговорен на что-то личное, о чем просил человек. Это мы разглашать здесь, конечно же, не станем. Ну а это кольцо я хочу назвать произведением искусства. Я так считаю, это мое мнение. Мы очень долго его рисовали. Это прям вот мой стиль. Мне он очень нравится. Это он близок мне, и вы часто разделяете, да, мое мнение. То есть таких колец уже у нас было заказано несколько в черном исполнении. Вот, собственно, смотрите, в белом исполнении золото, шпинель, белые бриллианты, синие сапфиры. Очень мы его долго делали, из-за ковида задержали заказ где-то на полгода. Но тут, к сожалению, не от нас все зависит. Лаборатории работают с перебоями, почта работает с перебоями. Вообще все в мире сейчас работают с перебоями. И сколько это еще продлится, неизвестно. Да? Но кольцо получилось великолепное, и скоро оно уже будет у своего владельца. Синяя шпинель, золото, бриллианты, сапфиры. И снова очень простое классическое колечко, великолепный камень. Он и изначально был таким не очень ярким. Не все любят яркие цвета. Я, например, тоже часто ношу камни такие. Ближе к серому, к мрачному, полумрачному, сумрачному. Это я про сумеречную шпинель, да? Или грозовую, так называемую. Вот колечко для повседневной носки. Ничего лишнего, нечем зацепиться за карман джинсов или когда девушка опускает руку в сумку. И оно само по себе очень простое, и в своей простоте оно, на мой взгляд, великолепно. Очень простое классическое колечко с танзанитом. Танзанит отбирал в Африке лично я своими руками. Причем интересно, что, видите, погодные условия не позволили показать его настоящий цвет. Танзанит становится ярким, когда есть хоть какое-то солнце. Но вот в день съемок снимали в разные дни эти кольца. И разные люди, многие из них. Вот в день съемок света совсем не было. Поэтому цвет у камня вот такой получился. И посмотрите, в Африке в пасмурную погоду этот танзанит был немножко другого цвета, более яркого и контрастного. Естественно, в хорошую погоду, когда она будет в России, если она там бывает, в Москве вообще, да, он тоже покажет свой великолепный яркий контрастный цвет. Номер 9. Это мы прям проводили эксперимент целый, и я впервые делал такое кольцо. Черный звезд и сапфир мой любимый. Не поймали мы, к сожалению, ни рисунок, ни звезду толком, но там и рисунок, и звезда великолепные. Камень отбирал лично я своими руками еще в августе. В чем здесь изюминка? Само кольцо отлито из желтого золота. Потом мы его почернили и выступающие части потерли. Я знаю, что этот прием совершенно не новый, но вот для меня и для нашей мастерской это новинка.
Сейчас, в данный момент, по этой же технологии мы делаем еще пару колец, и в том числе одно колечко лично для меня. На мой взгляд, получилось довольно интересно. Вроде как и не броско, очень невзрачно, да, но с другой стороны, очень солидно и интересно. Классическое кольцо с нежно-нежно-нежно-розовым турмалинчиком нашей авторской огранки. Все очень просто, очень нежно, изящно и красиво. То же самое, никаких лишних деталей, я считаю, для этого камня не нужно. Не нужно, он сам по себе великолепен. И вдвойне приятно, что это колечко человек использовал, чтобы сделать предложение своей девушке. Она, естественно, согласилась. Кто ж откажется, да? Если получит такое колечко нашей работы. И вот, видите, это одна из причин, почему я не выкладываю цены. Но вот невеста не должна знать, сколько стоит кольцо, которое ей подарили. Здесь наш оператор совсем замерз и снимает под натуральным освещением, то есть солнце, да, но сидя в машине, потому что руки замерзли. Это самый крутой, самый яркий гранат, который я видел в своей жизни. Там немножко, я смотрю, отпечатки пальцев остались, но ничего страшного, научимся снимать. Классическая подвеска, камни, золото белое и великолепнейший гранат. Владелец покупал этот камень как инвестицию, выждал, пока он подрос в цене, и вот сейчас он продает. Такие гранаты уникального размера и цвета и яркости встречаются очень редко, поэтому, несомненно, их можно считать инвестициями. Если вам интересно, пишите мне. То есть изделие можно переделать без проблем совершенно. Можно сделать кольцо, можно сделать мужской перстень с сердечком. Все что угодно, в любом стиле. Если вам интересно, пишите мне в WhatsApp. Этот гранат стоит больше 20 тысяч долларов. То есть он не дешевый. Ну и вы видите по цвету, что он уникальный. Вот он такой цвет и яркость дает в полумрачной Москве. Номер 12. И снова мой любимый черный звездчатый сапфир с инопланетными рисунками. Здесь получилось немножко поймать рисуночек и звезду. Вообще, в разное время суток бывает, что видно, в зависимости от освещения, что видно только рисунок, а звезду не видно. Бывает, что видно звезду, рисунок не видно. Но вот чтобы все вместе, это довольно сложно такое освещение найти и вот таким образом кольцо снять. Опять же, как и несколько изделий выше, добавить просто ничего, добавлять. Просто ничего не нужно, да, потому что сам по себе камень уникален и великолепен. Я считаю, что вот в таком виде прям то, что нужно. Номер 13. Здесь мы взяли мою идею. Я осенью придумал такой дизайн, где на кольце есть полосочки, которые имитируют узор рутиловых кристалликов, которые находятся в самом черном звездчатом сапфире. И вот, собственно, я сначала себе сделал колечко. Тут где-то есть на ютубе видео с моим кольцом. И получили мы много довольно заказов. Естественно, никто не копирует прям на 100%. Каждый заказчик вносит какие-то свои элементы. Вот здесь их довольно много. Они незаметны. На первый взгляд их вообще не видно. В принципе, мы не будем их выявлять, потому что каждый элемент для каждого заказчика имеет какую-то свою смысловую нагрузку. А, к сожалению, опять же, свет поймать для того, чтобы снять, насколько великолепен камень не получилось. Но сама идея здесь заметна, видна и понятна. Номер 14. Лавандовый шпинель. Я уже показывал это колечко. Это не совсем кольцо, это прототип. Мы сделали посмотреть, как он будет выглядеть. Камень великолепен, даже зимой в Москве он дает великолепный цвет и яркость. И вот как раз это типичный камень, который обладает неоновым эффектом, то есть он горит ярче, чем мог бы обычный камень. Да? Дизайн очень простой, здесь, собственно, нечего добавить. Сам по себе камень великолепен и ни в каких, допустим, вокруг бриллиантиками обсыпать его смысла нет, потому что лучше он от этого не станет. Какие-то детали, если они будут просто отвлекать внимание и все. Номер 15. Темно-синяя шпинель. Естественно, в хорошую погоду она будет выглядеть намного ярче. Но сейчас она выглядит довольно солидно и благородно.
И очень простой мужской дизайн, излюбленный мной и многими заказчиками. Да, в таком стиле мужских песней заказывают очень-очень-очень много. И выглядит он, ну, прям необычно на фоне того, что можно купить в обычном где-то магазине. А поверхность покрыта, естественно, родием. Он, естественно, стирается время от времени, поэтому все кольца, нужно обязательно раз примерно в 3 месяца сдавать на профилактику. Там подправят закрепку для камня, полирнут царапины на кольце и сделают перепокрытие родием. Это стоит совсем недорого, буквально 20-30 долларов. Но зато ваше кольцо всегда выглядит великолепно. Покрытий или металлов, которые никогда не царапаются, к сожалению, не существует вообще. Их просто нету. А в данном случае с перстнем все понятно, но сам по себе камень он уникальный. Это сумеречная шпинель с таким небольшим голубоватым отливом. Можно назвать этот цвет стальным, да, или, например, закатное небо. Вообще очень много можно названий придумать. И там внутри видно что-то. А многие изначально воспринимают это как трещину, но на самом деле там кристалл другого камня, который называется апатит, другого минерала. Да? И очень многие жители Юго-Восточной Азии и ланкийцы, он был найден на Ланке, на Шри-Ланке, да, этот камень, считают, что вот такие включения с другими минералами, они приносят человеку удачу и богатство. Поэтому камень очень необычный. Кольцо преднамеренно специально сделано обычным, чтобы не отвлекать внимание от камня. Но, собственно, я думаю, у нас это как раз получилось. И снова у нас грозовая или сумеречная моя любимая шпинель. Кольцо, в принципе, уже стандартное, привычное для вас. Но здесь есть небольшая деталь, которая делает его очень индивидуальным. Это мантры. Я уже говорил выше, да, про то, что мы делаем какие-то украшения, амулеты. Это одно из них. Шаман подобрал мантры. Мой знакомый шаман, который живет в Таиланде, да, подобрал мантры. Там на санскрите написано что-то, о чем просил человек. Ну, например, удача и деньги, или спокойствие и любовь, кому что нужно. Ну и кроме мантры, естественно, был проведен наговор данного украшения и другие самые разные обряды. Это все длится причем не один день и имеет большое значение в глазах верующих жителей Юго-Восточной Азии. Ну вот, собственно, мне очень давно и не так давно вам все это понравилось, поэтому таких заказов мы получаем много. Вот, на сегодня все. Я показываю что-то или очень стандартное, что у нас такое есть и мы можем сделать, да, или что-то наоборот необычное. По сути, это просто примеры. Напоминаю, данные кольца не продаются, они уже все проданы, сделаны на заказ. Поэтому, если хотите что-то сделать, пишите, пожалуйста, мне в WhatsApp. Комментарии под каждым видео я читаю иногда, не часто и не все. На YouTube имеется в виду. А в WhatsApp я отвечать стараюсь всегда всем. Всем пока, не болейте, берегите себя и семью.